Отряд «Искра» борется за звание лучшего на окружном слете поисковиков. Он проходит в региональном центре патриотического воспитания в Ноябрьске. Программа проходит по двум направлениям – образовательному и соревновательному. Муравленковские школьники во главе с командиром отряда Станиславом Петровым в течение 4 дней будут участвовать в мастер-классах, слушать лекции, встречаться с ветеранами, а также поборются за звание лучшего отряда в арктическом регионе. Ребята, конечно, нацелены на победу. У них глаза горят. Вот, допустим, сегодня по викторине, которая вот уже проходила, предварительно было 2-е место. Конечно, это им еще прибавило силы, настроения и желания показать все те навыки, знания, умения, которые они получали в ходе занятий и в ходе непосредственно участия в поисковой экспедиции. У наших ребят уже есть опыт поисковой деятельности. Минувшей весной они участвовали в вахте памяти в Ростовской области. Завершится слет 13 октября. В этот день и объявят победителей.